Мы искренне признательны правительству, президенту Республики Татарстан за ту помощь, которую они нам оказали, когда решался вопрос о создании подобного учебного заведения. Мы получили очень большую поддержку от региональных властей. Радует, что нам удалось его построить вместе с республикой. 3 года назад это начиналось в таком старом развалившемся здании. И не верилось, что получится так все красиво и замечательно. Учебно-методический центр Федеральной антинапольной службы – это крупнейший образовательный центр, который готовит специалистов в области антинапольного законодательства и конкурентной политики не только на территории Российской Федерации, но и на мировом пространстве. В арсенале нашего учебного центра около 100 программ дополнительного профессионального образования. Обучение строится с использованием современных образовательных технологий. К преподаванию в учебном центре привлекаются лекторы ведущих образовательных центров страны, квалифицированный профессорско-преподавательский состав, эксперты ФАС России, а также зарубежные специалисты в сфере конкурентного права. Учебно-методический центр Федеральной антимонопольной службы России обладает развитой инфраструктурой. Здесь созданы все условия для обеспечения комфорта посетителей учебного центра, который располагает современной материально-технической базой и современным оборудованием. В 2013 году учреждению был присвоен статус базовой организации государств-участников СНГ по профессиональной переподготовке кадров. Это позволило Центру ФАС России стать одним из 3 международных учебных заведений наравне с центрами в Корее и Венгрии. Учебно-методический центр обладает всем необходимым для проведения различных видов деловых мероприятий, даже если это видеоконференция с синхронным переводом на несколько языков. Одно из ключевых направлений нашей работы – это международное сотрудничество. У нас огромный опыт организации и проведения мероприятий с участием международных организаций и интеграционных группировок. Люди, которые приезжают сюда повышать квалификацию, учиться, находятся в пространстве, когда ни одна минута, ни один час командировки не пропадает даром, все посвящено учебному процессу. Как говорит наш руководитель Игорь Юрьевич Артемьев, только наука может двигать вперед и позволять решать самые сложные задачи. Я хочу сказать, что коллеги очень большие молодцы, потому что мы, построив центр, никогда не знаешь, заработает что-то или нет. Вот, скажем так, здесь детище, не знаю, ребенок, он удался.